А красноярцы сегодня жаловались мэру на завоздушенные стояки и некачественно промытые трубы. Эдхам Акбулатов напрямую по телефону принимал жалобы от горожан. Во многих квартирах нет тепла по сей день, в основном по вине коммунальщиков. Например, сантехники забыли включить стояк или вовремя провести ремонт. Все жалобы глава города взял на личный контроль. Руководителям районов поручил лично выезжать на места и контролировать все работы. Запуск отопительного сезона в этом году по сравнению с прошлым, по словам специалистов, прошел достаточно организованно. Если проблемы с подачей отопления до сих пор возникают, обращаться следует в службу 205. Также дополнительная информация появится в платежных квитанциях. Управляющие компании – это нанятые жильцами, жителями, собственниками жилых домов, организации, которым доверено управлять общедомовым имуществом. Законодательство России позволяет предъявлять претензии к управляющим компаниям вплоть до смены управляющей компании. На сегодняшний день по поручению губернатора готовятся поправки в законодательство края, приняты соответствующие решения на уровне города. Нам необходимо продолжать рассказывать гражданам о своих правах,